поверь, а лучше проверь. Полный цикл обслуживания вашего авто в одном месте. Магазины автозапчастей и автосервис. Широкий выбор запчастей для японских, корейских и китайских авто – это Корея. Французских автомобилей – это Марсель. Привлекательная цена, гарантия на запчасти и работу – это Автогарант. На Ломоносова 3 в первом автоцентре. Бывший авторынок. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Преображенской камера зафиксировала, как водитель Рено скрылся с места ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Преображенской водитель Рено с номером 33 въехал в припаркованный автомобиль с камерой и скрылся с места ДТП. На улице Воровского на пешеходном переходе мужчина, видимо, испугался водителя Митсубиси, а затем решил с ним это обсудить. На повторе видно, что пешеход схватился за дверь, потом автомобиль поехал, и мужчина по инерции упал. Возможно, пешеход был пьян после падения, он сидел на асфальте, а потом на карачках пополз на тротуар. В это время на место инцидента приехали инспекторы ДПС и скорая помощь. На перекрестке улиц Риммы Яровской и проспекта Строителей произошел массовый поворот налево. На трассе гонщик на Туареге не рассчитал маневр и чуть не спровоцировал лобовое столкновение. На перекрестке улиц Московской и Производственной девушка заговорилась по телефону, не посмотрела на светофор и пошла на красный сигнал. На улице Московской лихач на «Газели» решил по-быстрому перестроиться и чуть не попал в ДТП. На улице Тимирязева водитель «Тойоты» припарковал свой автомобиль на встречной полосе. Это что такое тут вообще? Припарковался? Ага. Михаил Вагин, место происшествия.